Увидим это вместе. Блять. Все, нахуй, я не могу. Я проснулся, молодец, блядь, самурай, ты вообще ёбнутый, походу. Да, я таджик, но это прекрасно. Не вступай со мной в бой. Для тебя это опасно. Таджикистан. Да, я таджик, но это прекрасно. Не вступай со мной в бой. Для тебя это опасно. Таджикистан. Пизду бухать. Пизду. Блядь, как она так стоит, нахуй, так ебать. Посередине, хуй знает где, блядь. Ай. Понятно, короче. Какие сочи. Мама, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. Мама, приходит со... Да, видел. Далеко лечу я. Далеко не хочу я. Но ты просто позволь на... Всё, где они, вот драконы? Смотри, вы 11 лет в браке, да. Ну правда. И у тебя, у каждого может быть какой-то чуть-чуть мини-кризис. Бровый. Ну еще что-то. Бровый. Вот друзья, которые Saint в этот мастер момент, даже твои близкие друзья говорят, слушай, да ты такой классный, найдешь, вот клинип вставляю. Ну, во-первых, мужчине не надо своим друзьям рассказывать о том, что происходит у тебя в семье. Это, во-первых, все, что происходит в семье, должно оставаться в семье. Вот это главное правило. Не надо ни с кем делиться, сказать, ну ты знаешь, она так... Ну, я как бы... Немного по-другому на это смотреть. У меня хватает... Сколько человек посмотрели историю про Стивена Суки? 21 тысяча. Любви к моей жене, чтобы все это как бы сохранять, проживать и... С ней только, да? Да, да. То есть ты с друзьями не делишься? Да зачем? Зачем друзьям это нужно? Да правильно, так и должно это... быть. Нормально, я просто не представляю, на самом деле, это, наверное, больше женская помощь, нужна взаимная поддержка. Мужчины стараются наоборот, как бы... Ну, мы отгораживаемся таким образом. Все нормально, все под контролем. Так и должно быть. Это проявление, мне кажется, настоящего мужчины. Кто сколько арбузов унесет, спрашивает. У русского. Ой-ой-ой-ой-ой. С кем десит? Должен быть самурай, Диман, Ликс, Зарк, Скилзор, Вася раз-два. А кто еще, блядь? А, и я. Hey, не, я не могу где-то бомбом смотреть, если я увидел, что okay? Взорвать. So, бля, было бы, знаете, как жестко, чтобы свет выключился, и он выпрыгнул в этот момент.
произошло на съемках фильма. По сценарию девушку берут в заложники и угрожают пистолетом. Это увидел наш герой и решил вмешаться. Он не знал о съемках и подумал, что все это по-настоящему. Пиздец. How to open the bar near prison? Что вообще за хуйня? Нахуй мне это надо? Ближе, ближе к проспекту. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Здоровайся. Магический зуд 200к добить. Чего, блять? 200к? Какие 200к, блять? И на ремонт тикой даме уже бросай все свои дела. Тебя украду, я словно взрываюсь. Автозвук, блядь. Блядь, что нахуй? Все на баб променяли. Друзей на баб променяли. Друга там за генсухой гуляет. Ну да. Я, говорит, занял. Занят пока. Гуляю. Понятно, да, блядь? Охуенно. Страшно. Вот так вот, блядь, серого. Хуя себе. А если трахаться в полете, это вообще нормально, да? Ощущение ёбнутые. Запиздили, нахуй, взорвали дом и кикнули. Бля, жалко два раза, а не три, блядь. Пошел в сраку носорог проклятый. О, нормально, блядь. Чисто своего папу увидел во мне, блядь. Скажи еще, что я жирная свинья, как твоя мама, или что? Урыл, нахуй, блядь. Запиздили, нахуй. Ебать. Жестко. Вроде же есть видео, где ебутся в полете, скиньте. Только не в чат. А нахуй. Эвиан. Что, блядь, за киборг? Эвиан. Я тебе кидался. Если я увидел сообщение и прочитал его вчера, то вряд ли я что-то запомнил. Ну что, будет жесткий музон сейчас? Вкус. Okay, I have to see if this works. I just got out of bed for it. Oh my god, no. Oh my god. No. Что за залупа? Okay. In my head I know what you're thinking now. To the ground and pulled out a ring and said marry me, Juliet, you never have to be alone. Thank you.
Охуеть. Ебать, я обоссался, нахуй. Ай, мама, мама, в душе столько ран. Знаю, баламу, душа хулиган. Улечу один прямо к тебе сам. Столько дыма на... Сколько там алкозалп. Сколько убитых, ата убиты все, однако. Сколько я вспомню, как там, как жизнь поставить раком. В случае скажу все мат, нахуй все это надо. Помню, как было детство, там было легче, чест. Бегаю по подъезду, чтобы зимой согреться. Так было интересно, никому не тесно. Басота на районе, каждый живет по соседству. Знаю, дурман в голове туман. Красиво спета. Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Если услышишь шаги, делай круги и зигзаги. Беги, пока не затянутся раны. Беги ради папы и мамы. Бля, что с кентом, нахуй. Пока не затрешь каблуки. Беги. Беги, дорогая. Ну, я говорю, дота делает людей ебанутыми. Ну, это правда, блять, я не знаю. Дотера, это правда или нет? Вот кто в доту играет? Игра людей сводит с ума. Похуже Overwatch'а, блять. Там Overwatch, я слышал, все лечатся, блять, после игры. В доте уже, я не знаю, тут дурку всем давно пора. Просто у СНГ ни у кого денег, блять, нормального психиатра нет. Поэтому эпилептики тут с дохаком до сих пор. Ну, Женька, посмотри. Женька, да, блять, это не вылечено. Ну, я говорю... А мой лучший день еще впереди. Он настанет, когда я маме куплю дом. Большую такую домину. Посреди Маунтейнбрук, рядом с домами родителей выходников. Отвезу ее туда и дам ключи. И такой... Мамы дома. А мой лучший. Схему для вашего проекта. Заходим на сайт и открываем обозреватель. Изучаем трендовые цветовые схемы. Популярна вот такая цветовая гамма. Ну и вот такая еще. Тыц, тыц, тыдыдыц. Подбираем цветовую схему. Чего, блять? Блять, есть фанаты ДВМ? Вау, ДВМ! Вау! Пошел, пошел! Чёрт!
блядь. Я не могу вообще нахуй ничего сказать. Я думаю, он реально такой. Я сначала сам думал. Я его сам спрашивал. Ну все. Ты же это же придумаешь сейчас. Говорю, что придумал? Ну, то есть... Что? А? Ну, то есть он реально такой. Бля, интересно, реально, сколько вот ДВМ заплатили, чтобы он пришел туда? И как тебя? Дениска миллиметр писька. А Ванек? Сантиметр хуёк. Как тебе такая рифма? Да нормально, урыл, блядь. И как тебя? Дениска миллиметр... Их поступкам нет оправдания. И я, Шей Патрик Кормак, некогда ассасин, клянусь. Это этот, бля, озвучивает? Который Крис Хемсворт, да? Что сожгу их братство дотла. Обещали совместный тикток записать. Кто? Их поступкам нет оправдания. И я, Шей Патрик Кормак, некогда ассасин, клянусь. Что сожгу их братство дотла. Обещаешь? ДВМ. С кем? Нормально едь. Нихуя не понял. Так, а что не так? Я подташниваю, это что не так? Да не, я... Не, заебись, дед. Вообще прям с ветерком. Нахуй поворотники. Да, давай. Да похуй, блин. А так можно делать? Скорости нет. Мы успеваем. Это же... Блять, это... Ну, я не знаю правила, это разве не пересечение двух сплошных? Нет, там, блять, красный. Успеваем, нахуй. Нормально едь. Так, а что не так? Я подташниваю, это что не так? Блять, камик ёбнул за что? Нет, заебите. Вообще прям с ветерком. Да, давай. Да похуй, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Охуеть. Осуждаю такую езду, блядь. Это Украине там брал. Что, в Украине можно пересекать две суши? Можно. Или... Гулять в Москве, выходить на улицу, курить на балконе, выехать из России. Можно ли дарить часы? Можно ли кормить уток хлебом? Понятно, я пока нихуя не найду. Ну, на красный еще проехал. Это пиздец, что с камиком, блядь? Еще есть, а что не так? Да, блядь, все заебок. Тебя как зовут? Мухта. Как? Мухта. Мухта? Да! Мухта! Погоди! Чё погадать? Котинки. Котинки? Какие котинки? Погоди! Покази! Погоди! Погоди! Тебя как зовут? Мухта. Как? Мухта. Мухта? Так, ну-ка заведи. Нет, простите, у нас правило. Заводить машины нельзя. Таковы правила, простите. Ты что делаешь? Отлично. Что ты делаешь? Иди. Заглуши двигатель. Пожалуйста, заглуши двигатель. Я кому сказал, заглуши двигатель. Сейчас, забери. Заглуши его. Не нужно орать. Скажи спокойно, результат будет лучше. Пожалуйста, уходите. Нет. Я беру. Что ж, сначала продай свой дом, а пока я бы предложил... А я бы предложил оформить документы. Просто дурдом. О, господи. Можно? Здесь 300. Комиссионные ему. Ему? Но... Сдачи не надо. Нихуя себе, блядь, подъехали. Прикольно. Давай, бросай свой билет. Вот, все,
Там опять, да, Кен сидит? Там, там сидит, да, чел какой-то? Электронные чипы, которые в голову вживляют. Как сделать такой эффект света частицами? Для этого снимаем исходник с включенным светом и такой же с выключенным. Потом заходим в наш старый добрый After Effects, засчитываем трекинг, кстати, о нем я говорил в прошлом ролике. Создаем пустые камеру, дублируем свой с исходником и накидываем на него плагин Form. Появились такие круглые частицы. Переставляем их туда, куда нужно, и делаем примерно такие настройки, как у меня. Свет, кстати, можно сделать любым. Сам свет готов. Осталось только грамотно склеить видос со светом и без. Кстати, в следующем ролике расскажу, как сделать такой эффект. Так что подписывайся. Как сделать такой... Охуеть, блин. Согревайся. Бля, он похож на Шаги из Скуби-Ду, блядь. Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай, я обниму тоже. Если выгонишь дверь, я пальну из пушки. Уроню на постель все твои веснушки. Добивай, добивай, и канаты рвутся. В этот край, в этот рай будет не вернуться. Как закончится это ночь, шаг, буду бредом дважды. Но сейчас мне не дай умереть от жары. Сент-мастер. Иди нахуй. Ебать, я козюля вытащил, охуеть! Ты маму мал? Мал! А тата мал? Розер. Мал! А брата мал? Мал! Ладно. Ты маму мал? Мал! Погнали. Читерские конечно, звуки. Конечно, наушники решают, но есть несколько команд, которые в разы улучшат ваше восприятие в игре и довольно сильно забустят ваш слух на шаги противника. Команда Sound Mix Ahead позволит вам слышать звук немного раньше. Команда Sound Headphone Pan Exponent позволяет слышать, где топает противник и воспроизводит звук с усилением. К данным командам нужно привыкнуть. Поначалу вам будет непривычно, но поверьте, что в дальнейшем вы почувствуете разницу. Данными командами... А если я, блядь, не играю в Counter-Strike? Нахуй мне надо? Я, конечно, время не теряю. Вот мы и пришли. Бля, охуенно! Злой мышавур, бля, да. Я хоть и без звука, но мне еще... Бля, приди с антимастера, чтобы завалил ебало. Открой калитку! Альфа, Алиса! Магия, блядь. Таракан Вячеславович. Абракадабра, блядь. Ебаный, блядь. Где, блядь? Ебать, блядь. Бля, они все вместе реально смотрели или нет? Есть, блядь, плохой персонаж. Это Наталья Бердникова, блядь. Очень охуенно сделано. Ебальники нельзя. Нет. Блядь, ебать, я ебал. Вот с этого был начинать разговор. Что за сложный диалог? Сука! Знаете, что, я опять типа вышел? Это все реакции, вы поняли? Ё-моё, блядь, а вы думали, что это, блядь, они все вместе смотрят? Да что же это будет?
такие заебись отношения. Все начинается со взгляда. Липинский студент удивил всех снимками своего выпускного. На них он позирует вместе с картонной фигурой своей мамы, натуральную величину. Фото он сопроводил трогательной подписью. Моей самой красивой маме. Мам, твой старшенький выпускник. Надеюсь, ты счастлива на небесах. Я окончила университет, ведь ты так этого хотела. Я тебя очень люблю. Филиппинский студент удивил всех снимками своего выпускного. Как узнать стоимость своего аккаунта в Steam? В этом нам поможет сайт под названием steamdb.info. Переходим на вкладку «Калькулятор», вставляем наш Steam ID и жмем вот сюда. Видим стоимость аккаунта, левел Steam, а также информацию о том, когда был создан аккаунт. Как узнать стоимость своего аккаунта в Steam? В этом нам поможет сайт... Ну-ка. В Казахстане никто не идет на учебу. Шарегу до конца года отменили. Россссср. В смысле, это скам? Не пиздите. Я даже не логинился. Чё вы несёте, блядь? Чё, блядь? Чё, что у меня инвентарь на две... На сколько, блядь? Сколько инвентарь у меня стоит, блядь, в Стиме? Нихуя? Чё так мало, блядь? У меня инвентарь на 180 тысяч, блядь. Угу. Понятно. Под названием steamdb.info. А, инвентарь там не учитывается? Переходим на вкладку. Ходишь плавно, смотришь куда, в какую точку он смотрит, и в той стороне солнце. Да все равно, блядь, за такие цены не покупают аккаунт. Вообще, блядь, что за блядь? Надурился. Кто воет, блядь? Генри, если какое-то сусание не подошло. Шу, ты не в ту сторону смотришь, о, вот так стой. Через полчаса приду, проверю. Переходишь плавно. Зачем же ты... Писька чесаться будешь. Куплю себе какую-нибудь... Да, если писька будет чесаться, можешь звонить в любое время. Почешь? Да. Ага. Сама почешу. Какая нахуй дичь? Вы чё, блядь, несёте? Алло, два, блядь. Зачем же ты... Писька чесаться будешь. Куплю себе какую-нибудь... Да, если писька... Да. Нахуй, бабская хуйня какая-то. Го Райза, блядь. Я не смотрю Райза. Да? Не подскажете, где выход съебаться отсюда? Что? Где выход съебаться отсюда? Райза, новый видос уж. Не похуй. Да не, нахуй, в пизду. Здесь где-то есть магазин Вака Хуяка. Нет, не шарю. Вака, именно Вака. А еще раз повторите, что? Вака Хуяка. Watch. Whoa, what are you doing? Do the thing. Hey, hand, 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 hand. Okay, do the thing. Come on, no, no, do the thing. Do the escape thing you showed me. Oh, yeah, yeah. Do the cool escaping, yeah. You're stuck in a situation like this, whether it's your wrist or it's your ankles. This is a way to get out of it. And he has to go above your ankle, though. Mm-hmm. So I'm going to. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's see. So I have to slip it. It's a little looser. But can you I still, I still can't get my hand out, even though. Was, okay. No, see? Look. Yeah. Shoot. Oh. Try? Yeah? All right. Like a water opponent. Oh. Oh. And then I'm going to put my hand in a fist. Oh. And I am going to pull the sock through. The ring? Yeah. Oh. Oh, oh, my poor... It never ceases to amaze me, this one. Ah!
Ёб твою мать, блять. Да и похуй. Нихуя себе, что это за велоцираптор, блять. Алкоголь это залупа, блять, пизду нахуй. Пять самых зашкварных татуировок, которых я никому не рекомендую делать. Первое. И все они, блять, у Гинсухи нахуй на теле. Это знак бесконечности. Знаки бесконечности делают очень много людей. Никто не понимает их смысл. Парные татуировки со знаком бесконечности как-то их всячески украшают. Что-то происходит, я не знаю, что это. Одевай свои очки. Да что произошло-то? Я возьму биту. Та сопроки, да. Что случилось? Я тебе говорил про Эбу. Нахрен тебе бита? Джонни, там, я не знаю, что это. Иди. Куда идти? Там что-то типа зомби. Где, бля, Майкл? Angry Deadpool, бля, классный Майкл. Мужик. Что происходит? Ой, Angry Grandpa. Это. Что это? Майкл, закрой дверь. Твою мать. О, господи, Майкл. Запри ее. Был, да, он, так, потому что он умер. Где? Где твой пульт? Без понятия, где этот пульт? Надо включить новости. Батя, все на пульт. Видишь? И никто не может понять, что это. Что там вообще происходит? О, господи, Майкл! Оно случилось! Оно случилось! Ходят по улицам и терроризируют людей. И буквально едят людей заживо. Чё? По сообщениям, эти каннибалы уже мертвы. О, господи! Я тебе говорил, это произойдет! Ходит по улице. Что-то происходит, я не знаю, что это. Одевай свои очки. КОНО, ладно, годится. КОНО. КОНО. Под каким флагом? Голландским, ясно. Найди голландский флаг. Быстрее! Или скормлю акулам! Юрий, голландского нет! Что? Есть бельгийский! Да на черта он нужен! Он рисует название, зарегистрированное в Нидерландах. Есть французский флаг! И что? Перевернуть его. Будет голландский. Вещь своего брата. Гениально. Да я не буду Райза смотреть, блять, мне неинтересное видео. Мне неинтересное видео про КС. Блять, что мы смотрим? Как строят дом, блять. Сука. Кстати, Серега спрашивает, можно ли с нами? Бля, серьезно? Ёбаный вред, блять.
А чё не написал-то? Я вчера думал, что... Нет. А чё он не написал-то, реально? Блядь, а где фокус? Алгоритм простой. Если X реагирует. Если нет, меняем. Если да, отражаем и разбиваем. Повторяем. Нет, меняем. Ты тупой? Наверное. Ну, И чё, фокус в том, что, блять, он у него порошок этот да. Алгоритм простой. Если X реагирует. Если нет, меняем. Если да, отражаем и разбиваем. Повторяем. Нет, меняем. Да, отражаем и разбиваем. Отражаем и разбиваем. Ты контролируешь эти паттерны? Нет, все управляется сознанием. То есть ты проверял на себе? Невероятно. Юля, здорово. Это еще не все. Алгоритм простой. Я хочу обнимашки. Я хочу обнимашки. Я хочу обнимашки. Давай. Не мешай мне. Бизнес-мышление – это врожденное качество, и оно есть далеко не у всех. Сейчас я вам объясню это на примере старого анекдота. Подходит мужик к бармену и говорит: видишь, как банка стоит на полке? Спорим на 100 долларов, что я ее сейчас стройкой заполню полностью, и ни капельки не будет мимо. Бармен говорит: да это же нереально. Конечно, спорим. Мужик достает свой инструмент и начинает все заливать бармена, барную стойку, все вокруг, все кроме банки. Банка стоит сухая, пустая. Бармен стоит, улыбается, на халяву 100 долларов ему прилетело. Мужчина говорит: я проиграл, легко расплачивается с барменом. Бармен говорит: а что ты такой довольный, ты же сейчас только 100 долларов проиграл. Он говорит: а вон, видишь, мужики сидят. Я с ними до этого поспорил, что я сейчас за 200 долларов обосну бармена, барную стойку, всех вокруг, а бармен будет стоять и улыбаться. Вот оно, предпринимательское мышление. Как понять, есть ли это качество у тебя, я расскажу в следующем ролике. Бизнес-мышление... Нихуя себе. This is dad. Oh, you're her boyfriend. She didn't tell me she had a boyfriend. This is dad. Oh, you're her. Никто, абсолютно никто, отцы, блядь. Где мой роспись? После стрима, блядь. Подними. Какие качества самые Дорогой. Главные в мужчине? Вот какой человек может называться настоящим мужчиной, чтобы его уважали? Главное — это быть таким лидером, иметь лидерские качества. За что женщины уважают мужчин? Слушай, мне кажется, в наше время заглянись. Тебе никогда не встречались с девушкой, которым все равно на деньги, которые любят тебя таким, какой ты есть? Слушай, пока нет. Что нужно делать молодому парню или молодой девушке? Так, да, блядь. С чего начать, чтобы заработать на такую машину? Главное — начать с головы. То есть им нужны будут от меня только деньги, да? Так все в жизни происходит. Ты мыслишь негативно — твоя жизнь будет негативна. Мыслишь позитивно — все в ней будет позитивно. Я понял.
Вот ты самый главный бездельник. Ты хоть раз кому-нибудь помогал? Делал полезные дела? Сегодня у тебя есть шанс. Иди и твори добро. Ага. Вот ты самый главный бездельник. Сегодня я должен денег Жоже, но он опаздывает, поэтому скоро он будет еще 5 минут, и он должен мне. Владимир, я здесь. Сегодня я должен... Это женщина? Нет. Значит, Йеннифер. Кто у нас тут еще женщина? Это женщина? Нет. Это человек? Нет. Значит, так. Блять, что ты за тупая игра, блять? Угадывать, кто я, нахуй? Пиздец, ну и говно. О, засуетились в чате, оскорбил их любимую игру, блять. Говно игра, блять, говно. Tres, dos, uno. Говно ебаная не игра была, фу. Хуета полная. Tres, dos. Ребят, вы вообще вы про эту игру? Ну да, говно ебаное, полное, блядь. Да неинтересно нахуй. Хуй там. Воняет от игры полностью. Что говно ебаное. Ну саните, кто считает, что говно игра, блядь. Говнище. Игра хуйня, сериал заебись. Да я сериал смотрел, блядь, 10 минут. Хуйня ебаная. Мне похуй. Все, блядь, все, мне похуй. Похуй. Чат, блядь, не хочу обращать внимание на ваш хейт, блядь, свой своей гучи линзы. Ну вот, отпускаешь руль, мы хуяк поехали вправо. Ну, автомат. Вы меня байтили, теперь я буду байтить вас. Типа, ну... Здесь же придумано, чтобы его держать в эту сторону, типа, понимаешь, отпустили, все, ну, вот сейчас смотри, воспользуюсь, типа, ну, какая Тесла, смотри, я отпускаю, хоба, и мы перестраиваемся на автомате вот так красиво. Я не вышел. То есть, ну, минимализация абсолютно, ну, твоих действий как водителя, понимаешь? Ну, вы говорите, что немножко вправо едет, а мне кажется, что она едет вправо до хуя прям. Ну, это же правый руль, ебана, ну, типа, ну, я думаю, что это нормально. Я почему? Ну, у меня просто магнитофона-то нет, попиздеть. Смотрите, это, между прочим, вариатор, блядь. А что, у него праворульная машина? Или это зеркальная? А мы вообще не едем, да? А ты куда-то спешишь? Тебя бандос держит, нахуя? Я ж не зря такси вызвал, конечно, спешу. Бандос папа? Ну, вот, отпускаешь руль, мы хуяк поехали вправо. Ну, автоматика, да, понимаешь? Так, ладно, что там... I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna... Что мне за спам начали? Да, я видел, как камик водит. Это пиздец. Old town road, I'm gonna... Riding like it no more. Так, что там? Где Дмитрий Ликс, раз-два Василий, Скиллзор Дмитрий, кто еще там у нас должен быть? Самурай, Зарк, я, Дима Ликс, Скиллзор. Кто еще? Ну, Вася раз-два, шесть получается. Правильно? Так, мне надо написать тогда Диману. Эй, блядь! Это что такое? Блядь, Сэндмастер, ты заебал нахуй. Что у тебя, блядь, с этим? Чё ты нихуя не слышишь?
Так, ГДС. Дима Масленников, блядь, где у нас? ГДС. Так, а Вася, раз, два, я на минус три. Должен знать, что ГДС. Вася, заходи, раз, два. Заходи в ДС, блядь. Заходи в раз, два, блядь. А, Диман в туалете. Хорош, блядь. Это я уважаю нахуй такую хуйню. Ой, бля, ебать, вот эти пишут нахуй Зарка, нахуй Зарка. Я посмотрел, бля, какой-нибудь вот этот, как какой-нибудь чел, который вот это пишет, блядь, играл бы, и потом про него же так бы и писали. Бля, я посмотрел, чтобы чел чувствовал, блядь. Вот просто ради интереса. Охуеть. Такие вы, конечно, пиздец. Ох, нихуя, здорово. Школьницы, приветствуем. Так, а чё, блядь? Ничего, блядь. Алло, где скиллз? Так, сколько у нас? Три. Ну все, да, надо ждать. Сейчас я скиллзора наберу. Охуенно. Скиллзор вообще все, блять. Уехал нахуй. Блять, что я нахуй забыл? Алло. Алло. Здорово. Пока. Сейчас, стой. О! Скиллз! Алло. Здорово. Здорово. Ты ответил, блядь, а я телефон заблокировал. Ты где, блядь? Сейчас я приду. Давай. Здорово, алло. Самурай. Здорово. Как ты проснулся вообще? Ну, я ж ответственный человек, то есть если ты попросил, я это сделал, понимаешь? Правильно, красава, так и надо. Всего спасибо. А кто, кого ты еще звал? А, Зарк, Самурай, Раз, Два, Ликс, Скиллзор, я. Mm-hmm. Вот так вот. На меня сейчас память нахуй Зарк. Но я не поддаюсь давлению. Ну-ка, пусть они, уберите этот сабчат, я хочу почитать. Нахуй этого Зарка, он заебал. Привет, Зарк. Нахуй, нахуй Самурай, что он пишет вообще, за что, блядь? Нахуй Зарка. Мы молодые боссы. На моей шее айс. Бля, теперь нахуй Самурая, слышишь? Отлично, ребят, спамим нахуй Самурая. Нахуй Самурая. Нахуй Самурая. И чел, знаешь, и чел, который не поддается ни к чему, чел пишет: Самурай, ты топ. Бля, мне интересно, кто это пишет. Лоли. Ты сам представляешь просто этого человека, который пишет Самурай топ? Ну, это самый успешный. Лоу Кек, В12 дневник.
кик Квика. Реально, блядь, лучше Квика не кикни. Нахуй молодого босса. Да, подальше все прошло. Здорово. И прошло. Здорово. Ебать, у меня разрешение висите рабочее. Слышите, а Гагик зарейдил. Вот и онлайн пришел наконец-то, блядь, это онлайн не хватало. Гагик, спасибо за рейд, брат. У него день рождения. Вик, у тебя лагает нахуй. Реально? Да, с днем рождения, Гагик. Вик, у тебя пизда экрану. Рождение, Гагик, с днем рождения. Гагик, с днем рождения. Вик, у тебя пиздец. Это как в этом, понял, кар-симулятор. Блин, у тебя сиськи на весь экран. Вик, быстрее убери, ты что, прикалываешься, что ли? А, реально, ты что, ебанутый? Здорово, Диман. Бери быстрее, это с коллекционера вчера каким-то образом выскочило. А что это такое? Сиськи. Это сиськи, братан. А что это такое? Почему у меня лагает? Гагик с прошедшим днем рождения, вернее. Отсоедини руль нахуй, слышишь, с компа. Ты думаешь, из руля это меня? Конечно. Да, блядь, ну у тебя до этого не было никогда такого. Я руль мешает вообще. Ну если сейчас руль соединю, у меня стрим упадет. А, тогда не отсоединяй. Поэтому его не отвечает. Нет. Я правда не понимаю, может реально из-за руля? Мне никогда не лагало так, ничего. Ну конечно, из-за руля. Он потребляет знаешь сколько. Да не, он не из-за потребления, а может там что-то это. Блять, какая-то хуйня. Не стакается с чем-то и все. Да, бля, просто у меня никак. С водителем. Я сколько DC стримил, блять. А что, мы все в сборе или как? Да. Раз, два, три вот это мне. Ну я руля соединил одну кнопку. Ну это не помогает. Бля, ну сейчас. Бля, мне. Что за хуйня? Да, подальше. Все, он отключен, нет? Болел. В моей голове психушка, блядь. В моей голове матрушка. Ууу, нихуя. Бля, фэнди. Я просто не вдупляю, что за хуйта залупа? Фэнди, блядь. Фэнди. Ну надо, может реально отключить нахуй руль полностью вообще, я боюсь такого просто. Ну я не уверен, что я не сможет. Смогу стримить, потому что я реально только нажимаю на окно, у меня начинает лагать игра. Ой, начинает все. Ну типа на стриме. Молодые боссы. Да все уже норм. В смысле, блядь, я только нажимаю на игру, у меня начинает лагать, какого-то хуя. Потому что мы молодые боссы. Кодировщик перезагружен. Ой, перегружен, что это, блядь? Не перезагружен. Ладно, я дрочу. Сейчас упадет, может, стрим на секунду. Заебал в рот, нахуй.